Привет, меня зовут Норт, ты на канале Rocket Play. Сегодня мы с тобой смотрим новую версию игры Contraband Police. Когда-то 2 года назад я ее снимал в версии демо, она мне очень понравилась, и рад, что она наконец-то вышла, и мы наконец-то можем ее с тобой посмотреть. К сожалению, не в формате стрима, стримы так сейчас очень плотно идут, поэтому давай запишем Let's Play, вернемся к этому формату, посмотрим, как же это будет себя проявлять. На самом деле, по отзывам игра очень хорошая, очень интересная. И ее очень сильно разнообразили, дополнили, у нас опять же есть русский, что в принципе немножечко мешало, но на самом деле довольно понятно все было, очень забавно было слушать оригинальные дорожки с этим вот языком их, забавным придуманным, но давай посмотрим, что же они собственно поменяли, придумали сейчас. Я не смотрел обзоры, я не читал специально, чтобы себе не как-то предугадывать, что будет. Я просто посмотрел стимовский трейлер и почитал, что там написано, собственно. Ну и когда ее скачивал тоже, полистал немножечко, что было там именно. Больше я, в принципе, ничего не смотрел, поэтому для меня это все тоже будет в новинку, будет очень интересно, как же это все у нас поменялось, если, конечно, поменялось, я очень надеюсь, потому что, в принципе, она была интересна, она была хорошая, но очень многого было. Как будто не хватало очень многого, очень многие были моменты неясны в том плане, что предугадывалась бы ситуация, что что-то сейчас должно быть, но этого не было. Очень хотелось бы, чтобы как-то немножко поработали со светом, потому что, насколько я помню, все было такое какое-то немножко желто-мыльное. И это немножко мешало, честно говоря, потому что придавало такой какой-то мультяшности, что ли. Она все еще загружается, я дико удивлен на самом деле. В смысле, алло, здравствуйте. Мы как бы давно снимаем, нам уже пора на самом деле. Начиналось все, насколько я помню, с УАЗика. Мы там ехали, болтали с каким-то чуваком, он там нам по поводу делал. Было очень забавно. Нажмите любую клавишу, спасибо, очень даже вовремя. Это литературный вымысел, игра вдохновленная реальностью, но все имена события являются вымышленными, любые совпадения с реальными людьми, живыми или мертвыми, случайные, представленные истории, имена персонажей придуманы, само собой. А Каристан, собственно, 16 апреля 81 года. Право гранд-пост Карикатки. О, черт, она осталась такой же, что ли? А, подорадку помню. О, господи, радио, серьезно. О, матрешка. То есть под нас больше закос сделали. Это водка, грудок. Водка-то. Парни поспорили на ящик водки, что вы не, и недели не продержитесь в этой дыре, но комиссар почему-то в вас верит. Комиссар, вали, что это вас акаток. Акаток. Чувак немножко другой сидел. Радио не было. Лучше выполняйте все его приказы, иначе кончите, как Розников. Бедняга, он просто хотел немного подзаработать. Мачкому. Их танцует легально. Эй. Адаметр одеж. Ладно, вот и добрались как можно скорее. Доложите комиссару удачи. Поповдя, это удача, оказывается. Удачи, Поповдя. Я думал, пока. В смысле, валет сюда. На что, на Е. До свидания, дядька. Хрена ляпаешь. Ну все то же самое осталось, да? Там какой-то чел стоит, курит, по-моему, другой стоял. Так. Тут главное... Лёха, не ори. Приветствую, товарищ, мы вас ждали. Добро пожаловать по гранпосту Каристана Карикатки. Я комиссар Андреев, я введу вас в курс дела. Воодушевленно рассказывает. Для начала зайдите в офис и возьмите информационное досье. Послужный акту, он сказал. А тут вот почта была, я помню, я с ней очень жал, там поста было написано, типа, принес поставь и хорош с тобой, типа. Чё пришел-то? Вот это помню, да, двери в лоб открываются. Каждая дверь открывается в лобасину прям. У нас и так дуроватые, а надо в лобасину двери, конечно. А, по-моему, было это, да. Вот портрет не помню. Склад. Перевели, хорош. Склад перевели, здорово. Ёперный театр. А, вентилятор Иш, да, вот это вот был такое, да, там. Эмблема на Иш похожая. Да. Откройте информационное досье и загляните в должностную инструкцию. Контрешка сейчас будет. В ней содержится правило проведения досмотра и предоставления права на въезд, а также описание стран и автомобилей.
А как же контроляшка, я помню, было так ржачно было. Контроляшку сейчас пойдем делать, я помню. Имя, фамилия, срок действия, номер паспорта, фото и ты-ды-ды-ды-ды. Закрыто пока нам. Понял. Контрол Гондра. О, видишь, он перерывы делает, тогда он сплошным текстом навалил. Отлично, давайте приступим, опустите рычаг, чтобы пригласить первого водителя на пограничный контроль. Все живы там, я надеюсь. У меня кошка со шкафа спрыгнула. На шкафу спит. Ну, хочется верить, что кошка. Все, отдайте, кому отдайте? Че я тебе не отдам, еще один. Всем отдайте в этой игре, ё-моё, только пришел, уже всем отдайте. Хорош, люди, я только пришел. А че я фиолетом светюсь? Я что-то в это... А, все, хорош. А, это у нас типа ультрафиолет, ультра, нифига себе. Здравствуйте. А, поехал. О, сейчас это. Да-да-да, шестая. Нет, нормальную привезли. Хорош. Тогда с универсалом была такая дебильная, неправдоподобная. Здравствуйте. А? Пропсдите, да. Попробуйте проверить документы, я там мне сказал. Здравствуйте, здравствуйте. Приезжий, здравствуйте. Красивая у меня такая же. Требуйте предъявить документы. Дай сюда. Не надо меня прощать, я тебе еще ничего не должен. Слушай, прощает он меня. А как контроляшка, когда будет? Снова откройте свое информационное досье. Объем документа. Теперь используйте автоматическое устройство сличения. Кого? Сверяние с лечением. Лечить это не русское слово, ребята. Чтобы проверить правильность данных водителя в обоих документах. Сверки можно было написать. Автоматическое устройство сверки было бы классно. Лев Михайлов у нас. А тут так арестан написано на русском. Пытыщ. Соответствие, несоответствие. Во, видишь, тогда матч, мист, матч, кент, матч было. Сравните дату рождения с календарем, чтобы поле другого типа водителю запрещен въезд в страну, данные водители верны. Вот это что? Высокий уровень восприятия, низкий уровень восприятия, уровень восприятия на нуле. Вот что это такое? Этого не было, по-моему. Либо я не помню. Сравнивайте, сравнение полей в документах снижает уровень вашего восприятия. Когда вы устаете, скорость сравнения замедляется. Типа я... Только что выспался, я дофига устал. Вот, сверху вижу теперь. Чтобы восстановить восприятие, отдохните. Подумайте о покупке улучшенной квартиры, чтобы навсегда повысить... Улучшенной квартиры? Нифига себе. Да, вот, немножечко мы свои. Каких? Не это мамры говорит. Не забудьте отметить найденные ошибки в отчете досмотра. Я еще ничего не нашел. В этом отчете вы будете отмечать любые несоответствия, обнаруженные в документах. Отметьте хотя бы одну ошибку, прежде чем развернуть водителя, или оставьте пустой отчет, если дадите разрешение на въезд. Найдите все возникающие проблемы, чтобы получить самую высокую оценку. Со временем ваш отчет будет расширен за счет дополнительных разделов. Окей. Спасибо. А номер паспорта. 1000. 1000. До свидания. Дядьку. А печати как ставить? Ну, в смысле, вы что, контроляшку убрали, что ли? Ну, так не смешно. Контроляшка была. Пора принять решение, этот водитель имеет право пересечь границу или нет. У него вроде нарушений нет. Тачка целая. Моя покрасивее, конечно, это обшарпанная. У меня еще и диски крутые стоят, бэшные. Это какая-то... Ну, ладно. Ёхай, дядь. Чё на тебя фонариком свечу? Я путаю. Давай, ёхай. Тыщ. Какого фашиста? Иди отсюда, слышь, ты фашист, блин. До свидания у них, фашиста. Охренели совсем. А чё мне мусорный бак мигает? Ач-контрол. О, отличная работа, это было правильное решение. Вызовите следующего водителя для проверки. Что вот это такое мигает здесь? Поста. А воде поста.
Раскрыто сотрудничество с террористами. Николай Розников, начальник пограничной охраны Карикатки, обвинен в сотрудничестве с бандой контрабандистов и приговорен к 10 годам принудительных работ. Слабовато. Прокуратура начала следствие по делу о коррупции в полиции. Продолжаются допросы 6 лиц, связанных с Розниковым. Фига добавили, чего раньше этого не было. Фига что добавили, начинается большая жилищная лотерея. Участвуй в розыгрыше и выиграй роскошную квартиру в самом центре столицы. Купон стоит всего $100. Копейки вообще. Поста, вот с этого, с этой поста я прикалывался, он там висел. Там ни хрена не было в ней, что я говорю, что... Как будто что-то предполагалось, но там как бы просто висел ящик и все. Да в смысле хорош светить во всех, ты че? О, инвалид со спойлером, помню. В шляпе, господи. Это покарский ородник. Всем загрубники мадро валидно карту соядительства. Служный соядитель аджбрахо наших. Вот аджбрахо наших уже появился. Да смотрите, это еще нескольких водителей. У него должно быть разрешение на проезд. Этот опять отдайте, товарищ командир. Че тебе отдать-то? Ага. Пенсию. И че? А, на тап, да. Зафар. Мусаев. Зуфар. Зафар. Зуфар. Дядька, ты до свидания, ты в курсе? У тебя как бы до свидания сразу. Королевство РК. Кого? Королевство? У вас там что, РК все, что ли? Срок действия. Дата рождения. Срок действия. Августа. Ну, в принципе, пока что хватает. Пока что хватает. Есть работа. Ну, ты не проходишь, дядь. У тебя, во-первых... вот это до свидания, понимаешь, да? Как бы, в смысле, имя, фамилия, номер... А, ну мне отметили сами, да? То есть оно само теперь отмечается, когда я нахожу несоответствие? Мне тут щелкать ничего не надо? Или это только на обучении? А фото, фото я как проверю? А, типа мне фото посмотреть и посмотреть на его рожу или что? Ну-ка, рожу покажи сюда. А не, вроде испуганная, похоже. Все, все вроде срок действия, да, все работает, все. Срок действия. Ну, нормально все там. Я и так вижу. Слышь, дядь, ты в курсе, что это до свидания, да? В курсе, да? Ты, что, ты в курсе, в курсе. Вали отсюда. Не тапо, не тапо. Тапай отсюда, слышь, что? Да. Эх, ты ж не открыл. Ну и ладно, пошел ты. Ну и чё там? Идеальный досмотр. А чё, Ровник ничем не наорёт больше? Печально. Я думал, Ровник будет орать. Не ходи, собьют, придурок. По дороге ходит. С ума сошел что ли? Не вас, красавчик, прям вообще. Цвет, правда, такой, попахивает немножечко. По шинам тоже видно. Чё тебе оттать? Чё тебе оттать, а? Бородатый, чё тебе оттать? А, оттай ему. Пропшает он. Проветрил хоть после пропшания? Расим Кара. Расим Кара. Ну да. 93-93. Вроде бы совпадает все. Ну давай. Я как бы зачем вот это делаю? Я и так все это вижу. Я понятия не имею. Это когда дофига их, наверное, надо будет. Надо, чтобы успевал. Вдруг действие июнь. Как бы у нас апрель. Все, все в порядке. Действие июнь. Все в порядке. Что не так-то у него? Вали отсюда. Да? Бородатый. Так, по тачке. А, подожди, мы тачку пока не смотрим, это дальше будет. Да? Ты валишь, да? Валишь? Прям по цвету видно, что вы же не выходя из машины валишь. Вали отсюда, давай. Давай. Какого фаша? Едь отсюда, слышь ты, блин. Козел, блин. Едь отсюда. Я тебе говорю, едь отсюда. Мудень. Хамит, идеальный досмотр. А результаты можно F1? Хару. В сводке вы найдете все ошибки последнего водителя. Если он был контрабандистом, вы также узнаете, где он прятал нелегальный. Это удобно. Раньше этого не было. Идеально. Хорош. Идеально. Че нет? Победа. Интересного цвета. Чистенькая. Блестящая. Хорош. Чувак готовился. Красавчик просто. А музыка странная играет. А чё музыка заиграла у нас? Чё тебе отдать, а? Стой, не выпендривайся.
Здравствуйте. Чё хотел? Ты художник или что? Чё ты напялил на себя? Снимай хреноту. От мотору, конечно, от чего? Я ж тебе не от квартиры прошу. Самир Палат. Самир Палат, все верно. Аль-Барак, не похож. Погоди, так он не похож. Так он не похож. Слушайте, ты не похож, ты в курсе? Ты в курсе, что ты не похож? Ты вообще не похож. И Йонь, ну, в принципе, действует пока. О, пара-пара-папам. До свидоний, чувачок. У тебя вообще-то как бы вот. До свидания, как бы, чувачок. Посещение номер 621, да? И номер до свидания у тебя, дядь. Давай уже на всякий случай имя. Мало ли я что не заметил. Ну, как же в 10 буквах сложно ошибиться. Тут как бы да. Номер и фото у тебя. Морда у тебя не алё, ты понимаешь, да? У тебя морда не алё. Вообще, ты не вписываешься в наши... В рыночек порешал, ты не вписываешься. Погоди. Срок действия, номер, паспорт, фото тоже, дядька. Въезд разрешен. Вали отсюда. Въезд ему разрешен. Нет. Не, да, блин. Вали отсюда. Машина красивая, но ты козел. Нифига. Хамло приехало. Давай, 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 давай. Проваливай. Чисти. Маришу, ваша служба. Обоснованный отказ. Идеальный. Вы сегодня неплохо справились, товарищ. Теперь вам полагается отдых. Как много сказал. Четыре слова, как много сказал, трендис. Че у нас там по F1? Идеально, 100 баксов, все. Я миллионер. Хорош. Welcome to Акаристан. Окей. Лучше бы не надо, ну ладно, окей. Я люблю Акаристан, говорит. Сочувствую. Все, а дверь закрыть? Ёлки, острочельник, можно этот убрать? Я в этом не буду спать. Ну, в смысле спать? Мухи не... Это сказать, мухи не летают, нате в харю. Какой ужас, господи. Вы прибрали немножко, что ли, я не знаю. Сон восстанавливает уровень вашего восприятия, необходимый для сравнения документов. Я не удивлен, что он здесь не выспится-то в этом срачельнике. Полное восстановление длится 8 часов. Улучшите свою квартиру, чтобы навсегда увеличить максимальное. Навсегда увеличить максимальное здоровье восприятия. Воу, приятный бонус. Ничего, ничего, так ничего тогда. День один. В смысле? Содержание собственности с меня списывают какого-то хрена. Зарплата сотрудников с меня списывают какого-то хрена. В смысле, я тут что, самый главный до хрена? Или что, какая зарплата сотрудников? Что, офигели там или что? Ничего себе не понял я. Меня зарплата сотрудников теперь списывают. Нормально. Во где взяточники, блин. Удивительно, что вас там всех трясут. Здрасте, товарищ, меня зовут Юрий Петров, я заместитель комиссара, я буду руководить вашим вторым днем обучения. Давай ты, Машага, тренировка, нашего Машагу потом нам скажешь вот это вот все. А на этом я тебе скажу спасибо большое, что смотрел, подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий, обязательно нажимай на колокольчик, если не сложно, вот рядом с лайком, дизлайком стрелочка есть поделиться, поделись куда-нибудь, чтобы люди тоже посмотрели, чтобы немножечко развивалось, было все более интересно. Уже после двух стримов записываю, поэтому немножечко как бы сам видишь. Заранее тебе всего хорошего, спасибо за просмотр, пока.